вот за домом у нас погранпереход. Чтобы нам выйти из дома, мы проходим через КПП. Хотя это пограничная зона, ходить нельзя. Но так как пограничники нам идут на уступки, мы проходим. Но паспорт всегда с собой. Пограничники открывают первую калитку, переходим по пешеходу. Потом еще электронный замок пограничники нам открывают. И последняя калитка – это уже таможенники. Таможник может отойти мусор на обед на 40 минут. Постоишь, зимой холодно и летом жарко, стоишь, пока пограничников просишь, позовите таможника, чтобы нам открыли, очень проблематично, особенно если ты куда-то торопишься. Видно. Там трещина туда. Я в другой раз сижу, слышу, трещит. Или фундамент оседает, проваливается, или чего-то. И там одна трещина такая в углу. Она все больше и больше. Вот тянет этот дом туда.